смешно или грустно, ну, там, очень трудно. Александр Покровский делится историями из своей жизни, о службе, истории из которых и вкраплены в его произведения. Например, знаменитая сцена из фильма «72 метра», где был только один работающий дыхательный аппарат. Она произошла на самом деле в жизни писателя. Благо, трагедии на тот момент никакой не было. Вымысел заключается в том, как ты это дело расскажешь. А сюжет выдумать практически невозможно, потому что воображение на флоте беднее жизни, жизнь богаче воображения. То есть жизнь тебе подскажет сюжеты просто вот на каждом шагу. Главное, чтобы ты был в той среде. У Александра Покровского в Рязани живут друзья, поэтому в день приезда он совместил приятное с полезным. Повидался как с товарищами, так и со своими поклонниками. Здесь как и литераторы, и филологи, так и простые моряки, для которых творчество Покровского – это часть и их жизни. Никаких возражений и поучений я не допускаю по отношению к критикам. Ну, написал, и бог с ним, бога ради. Другое дело пишут зрители. Зрители, вот это и читатели, и зрители, которые смотрят фильмы. Вот они главные такие критики. Читатели, да, читателей очень много, которые пишут такие странные вещи, которые никогда не напишет критик. То есть они могут написать вещи очень глубокие. Нашей съемочной группе удалось побеседовать с Александром Покровским лично. Путь творчества писателя, откуда он черпает свои истории и кто именно отнес его рассказы в редакцию, это и многое другое вы сможете увидеть в грядущем выпуске передачи «Городские встречи». Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».